Да, дорогие друзья, прежде чем Артем продолжит, я хотел пригласить на эту сцену двух замечательных друзей, моих друзей. Это в первую очередь Сергей Бадюка, который недавно вернулся с Сирии, он был там военным корреспондентом, и Алексея Алексеевича Малого, председателя Общенародного фронта Московской области. Осталось буквально две композиции, это 10 минут у нас презентация новой песни, поэтому, дорогие друзья, на этих двух песнях будет шикарное шоу вот здесь. Я попрошу никого не расходиться. Сергей, слово вам. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, во-первых, хотел сказать огромное спасибо Илье, моему близкому другу, за то, что он меня пригласил. Спасибо вам, что вы откликнулись и все здесь сегодня находитесь. И скажу, наверное, очень важную вещь для каждого родителя. У меня трое детей, у меня трое сыновей. И честно вам скажу, я своих детей даже вот не знаю, кому бы доверил, а вот Илье бы доверил. Поэтому вам очень повезло, что в Красногорске живет такой русский офицер. Он офицер, и для меня, я сам офицер, для меня это очень важное слово такое, офицер русский. Настоящий пример для молодежи и самое главное человек, которому можно спокойно доверить своего ребенка. Это настоящий гражданин. Поаплодируйте ему. Спасибо тебе, Илья. Ну, коль моя очередь, спасибо еще раз за такое прекрасное патриотическое мероприятие. У меня четверо детей, я на одного. Да, трое сыновей и дочь. Младшие вы уже слышали, это МОД. Вот, они заехали с Тимати на тренировку сборной России по воркауту. МОДа вовлекли в тренировку, и он показал результат гораздо более высокий, чем все участники сборной страны. Говорит, МОД, поехали с нами. Он говорит, не, ребята, папа с 2 лет со мной занимался, потому то, что вы делаете, я умел в детстве. Это говорит о том, что если вы детей действительно отдадите к Илье, то они вырастут здоровыми, сильными, настоящими защитниками Отечества. И главное, что певцами мы быть не обязаны. Мы должны уметь строить, мы должны уметь созидать, потому что у нас огромная страна, у нас лучшее воинское искусство в мире. Мы завоевали и удерживаем самую большую территорию в мире. Нам не хватает ума, чтобы это все освоить, эти огромные богатства природные. Мы действительно можем стать экономикой номер один. А пока мы только военная держава, одна из самых сильных. И что тоже неплохо, в принципе. И потому вот воспитание русского духа, русского человека, русского патриотизма, мы не знаем, с чего мы начнем, и мы не знаем, чем мы закончим, но мы уверены, что мы победим. И в этом сила России. Слава России! Все, ребят, спасибо. Осталось чуть. Друзья, огромное спасибо нашим почетным гостям за столь хорошие слова. Давайте еще раз поаплодируем.